перед вами выступали представители сельхозпредприятия «Курба». У нас подготовлено на страницу обращение во все инстанции, как их Сбербанк рубит голову всем, кто там сегодня работает. Я текст зачитывать не буду. Суть такая. Спасти предприятие. Нельзя убивать его Сбербанку. Вы с этим согласны? Кто за это, прошу голосовать? Спасибо. Сегодня выступали у нас обманутые дольщики. Это касается в первую очередь Альянса, хотя есть и другие обманутые дольщики. У нас тоже подготовлено обращение. Кто, чтобы от имени нашего митинга во все инстанции пошло обращение в защиту обманутых дольщиков? Прошу голосовать. Кто за? Обратиться к депутатам Ярославской областной думы, в первую очередь Единой России, с требованием. Первое. Отменить закон о транспорта электронной карте, как ущемляющий интересы льготников. Кто за? Кто за по этому вопросу? Спасибо. Второе. Поддержать. Значит, в Госдуму коммунисты внесли законопроект, по которому 85% оплаты за капремонт должно быть из бюджета, а не как сегодня, когда 60% в области дерут с людей, а 40% из бюджета. Вы это поддерживаете? Спасибо.